Здравствуйте, о чем вы мечтали в детстве? Ой, в детстве, знаете, я думал стать или футболистом, или все-таки артистом. Вот, поначалу думал петь, но как оказалось, что голоса у меня нет. Вот, я поначалу пошел в цирк, так как у меня там тетя работает. Вот, и как-то проучился там года два, и уже, получается, перешел в балетную студию при театре оперы и балета, и уже начал заниматься балетом. Угу. Именно. А сбылась ли ваша мечта, и почему вы решили выбрать такую профессию? Ну, знаете, в балете я с 7 лет. Вот. И как-то мне стало нравиться, я не знаю, стал получать удовольствие от этой специальности. Ну и дальше уже объездил очень много стран, как и Мексика, Германия, Скандинавия и так далее. Вот. Ну и поэтому получаю от этого удовольствие, от выхода на сцену и доставлять удовольствие зрителям и всем людям вообще. Где и сколько вы учились балету? Балету я учился в городе Днепропетровск. Вот, 8 лет. Ну, я, получается, еще учился и параллельно работал уже при театре оперы и балета. Вот. И в 19 лет я уехал в Москву и начал уже дальше принимать карьеру. А что вы пожелаете, какие советы можете дать нашим телезрителям? Ну, процветание, думаю, прежде всего. Ну, и долголетие. Расскажите про свою работу и творчество. Работу и творчество. Ну, смотрите, как солист я начал в Москве с 19 лет. Вот, как я уже ранее говорил, объездил очень много стран, проработал в очень многих трупах. Достиг своего пика. Вот, и сейчас уже перехожу на уголовно-правовой профиль. Учусь. Ну, пока еще работаю, пока еще танцую, пока еще в этой сфере. А где вам больше всего понравилось выступать? Ой, знаете, в принципе, везде хорошо. И Мексика очень принимала тепло, и Германия, ну, и так же самое Италия, и Израиль, и все остальные страны. Поэтому, в принципе, ну, везде, конечно, немножечко по-разному, но, тем не менее, везде очень отлично и очень тепло. Да. Спасибо за такое замечательное интервью. С вами была Дарья Белякова и Софья Сирянина. Спасибо вам тоже большое. До свидания. До свидания.